закрыть лестницу, да. Потому что, ну, если это будет мокро и так далее, здесь просто небезопасно. Трамвоопад и дети. У нас каждый день здесь ходит много детей. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов обходит территорию микрорайона Зеленой аллеи. Здесь проживает порядка 40 тысяч человек, а потому любая деталь благоустройства оказывает влияние на комфорт большого количества людей. Жалуется директор школы, потому что приезжает мусоровоз, а здесь иногда... Это запарковано. Я все понимаю. В школе подъезжают, да, и здесь и бьются машины. Стоит отметить, что в микрорайоне живут социально активные граждане, которые с вниманием относятся к жилому комплексу. Люди с удовольствием выходят на субботники, следят за чистотой во дворах и у подъездов. Но есть вопросы, которые без участия администрации округа не решить. Детей ведут в школу. Да. И дети просто здесь одни ходят. Да. Сервиса, там, точнее, любого поручения, пусть посмотрят, где здесь можно сделать переход сейчас временный тогда и поставить знаки тогда. Лежачий полицейский. Безусловно, большинство вопросов не решить одномоментно. Требуется большая планомерная работа. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Визиты представителей руководства Ленинского округа в этот и другие жилые комплексы и поселения муниципалитета будут проходить на постоянной основе. То, что было запланировано на сегодняшний день, мы прошлись по всем точкам. А так как сказали, что мы эти встречи будут проходить теперь по четвергам еженедельно, то следующий четверг мы будем по другим точкам проблемам идти. Дальше будем их воплощать в жизнь, чтобы они устранять эти точки. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.